Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот шоколад. Плитка кондитерская, темная. 100 грамм. Представляете? 100 грамм. То есть сейчас шоколадки продаются, они где-то 90 грамм, 95, 80. Вот как тут. А тут прям 100 грамм. А стоила она где-то рублей 15 в пятерочке. Так, плитка кондитерская. Видимо, как раз ее используют на торты куда-нибудь, там, может быть, растапливают. Хотя навряд ли, конечно, не знаю, кто как. Напишите, как вы ее используете. Так, давайте посмотрим, что у нас тут изготовитель. Состав сейчас найдем. Вот состав. Кому интересно, нажмите стоп и почитайте. Так, здесь, кстати, я сразу заметила, в составе уже часто замечаю, в последнее время пишут, может содержаться следы арахиса, орехов и глютена. То есть это для тех людей, у кого аллергия, например, на арахис. Или бывает, там может содержаться белок, что ли, по-моему, как-то раз вот я где-то читала. Вот это довольно... Это, кстати, круто, что они пишут. Так... 540 килокалорий. Довольно много. Ну ладно. Давайте ее откроем, посмотрим, что же у нас внутри. Мне уже прямо не терпится. Ой, что ж такое? Почему ее так рвут-то? Почему она так хорошо рвется, непонятно. Вроде как упаковка довольно хорошая, но в итоге она прямо порвалась. Так, она у меня еще сломалась. Не судите строго, она сломалась. Так оно, кстати, выглядит симпатично. Предыдущая, кстати, шоколадка у меня была вот эта вот. Покажу. Она тоже выглядит. Кстати, они похожи. Они довольно реально похожи. Выглядят одинаково. Не знаю, надо посмотреть, кто у них там производитель. Молоток. Поселок Малахово. А здесь что у нас? Ой, что-то не из него выспалось там. Нет, а тут Москва. Нет, а тут по-другому. Другой написано. Ну ладно. Она выглядит похоже. Так, ну выглядит она довольно симпатично. То есть не просто даже. Здесь вот даже присутствует рисунок. Ну, вам плохо видно. Так. Плитка кондитерская. Обычно, знаете, когда открываешь шоколад, он бывает гораздо светлее. Тут она довольно такая темненькая, довольно симпатичная. Ой, довольно, кстати, она тяжело ломается. Не знаю, как уж она у меня сломалась так. Промешано все хорошо, выглядит довольно хорошо. Вот, давайте ее попробуем. А вы напишите в комментариях, пробовали вы такую шоколадку или нет. И как она вам, понравилась или нет. Пробуем. Шоколад, кстати, довольно широкий, такой толстенький, то есть ее жевать, разжевываешь, когда немножечко тяжеловато. То есть остальные бывают тоненькие, она какая-то потолще все-таки немножко. Видимо, потому что 100 грамм, а мы уже привыкли к 80 грамм. Она сладкая. Ну, похож на обычный шоколад. Немножечко чем-то похож, но хотя бы без привкуса цветка. Как бывает, допустим, у остальных. То есть вот у этих вот, может, в предыдущие ролики посмотреть, у них есть, особенно вот у этой. Это еще более-менее. А, то здесь просто чисто плитка шоколада, довольно такая, не знаю, обычная. То есть, в принципе, ее можно, наверное, купить, растопить и полить сверху торт. Если у вас, конечно, нету денег на дорогой шоколад. Ну, такая просто, знаете, чисто шоколадка. Довольно, кстати, вкусненькая за свои деньги. Давайте попробую еще одну. Что-то как-то даже я не могу ничего больно о ней сказать. Как-то она... Как просто обычный шоколад. Даже не то, что шоколад, а как вот просто кондитерский шоколад. Ощущение, как будто он у меня был куплен не в обычном магазине, а был куплен в кондитерском магазине кондитерский шоколад.
Как бы вот. И все. Не, все равно мало похоже это на шоколад, это больше похоже, как будто какао залили в форму, и оно застыло. Больше как-то так похоже, даже какао больше не с молоком, а просто сладенький такой с водичкой. Ну, он сладкий, неприторный, такой нежный, сладкий вкус такой спокойный. То есть его просто вот, если захотелось не то чтобы шоколада, а чего-то такого подобия, как на похожий на шоколад, то, в принципе, вот эта вот шоколадка очень подходит даже. Потому что я считаю, если захотелось прям шоколада, можно купить бабаевский люкс. Вот там, да, там действительно уже похож на шоколад. То есть здесь вот как-то просто кондитерская плитка такая сладенькая, вкусненькая. Покушать ее можно. Напишите свои комментарии, отзывы об этом шоколаде, об этой кондитерской плитке. Ее даже она не называется, наверное, шоколадом наверняка. Просто кондитерская. Да, тут больно не написано, что это шоколад. Это уже мы думаем, что это шоколад, а тут подобие шоколада. Обязательно пишите комментарии, мне будет приятно почитать ваши отзывы, комментарии. Обязательно ставьте лайки. Я делаю все это только для вас, не для себя, а именно для вас, чтобы вы посмотрели ролик и подумали, а стоит мне ее покупать или нет, а подойдет она мне там для чего-то или нет. Конечно, может быть, ее еще можно будет и растопить, и, может быть, ее можно горячий шоколад добавить там куда-нибудь. Кстати, да, вот она подойдет, ее можно. Мне кажется, даже ее можно растопить. И... Ну, в принципе, кондитерская плитка, она, мне кажется, для этого и нужна, чтобы ее растапливать там и так далее. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. А моему сыночку 3 годика. Смотрите путешествия, как мы путешествовали на теплоходе, ездили в Волгоград, Саратов, Казань в прошлом году. Обязательно посмотрите. Есть отдельный плейлист. А также обзоры на другие продукты. С продукции с Фикспрайса, Победа, Светофора. Так, еще там чего-то. А, других магазинов, естественно. Обзоры на технику. Кольцевая лампа была недавно, очень интересная. Также фон, живопись. Ну, короче, там куча всего интересного на моем канале. И, естественно, все лучшее для вас. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии под этим роликом. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Нажимайте обязательно колокольчик, потому что обзоры на продукты у нас выходят через день. Обязательно что-то новенькое. И, конечно же, посмотрите старенькие, потому что их тоже уже очень-очень много. И еще, конечно, у нас будет, я не остановлюсь на этом, у нас будет еще очень много интересного. Я надеюсь, то, что вы посмотрите какой-нибудь обзор и подумайте, стоит покупать или нет. В принципе, для этого я и делаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.